Есть некоторые направления, которые считают себя мусульманской умой. На самом деле же они больше подходят к сектам. Они разрешают то, что запрещается в исламе. Поэтому, когда вы обучаетесь исламу, когда слушаете о религии, будьте осторожны. Это нужно делать либо в мечетях и брать уроки у имамов, либо у компетентных, грамотных мусульман, которым вы доверяете. Ни в коем случае не учитесь исламу тех людей, которые вас обучают на стороне. В Казахстане есть направления, которые запрещены законом, да? Запрещены, потому что их деятельность – это деятельность сект. Или, вот как мы говорим, это радикальные направления, да, деструктивные направления, которые обучают людей или нашу молодежь тому, чего на самом деле нет в религии. Да. Это грубое отношение к родителям они поощряют, это они поощряют, значит, обвинение мусульман в неверии, это они, значит, запрещают традиции и обычаи нашего народа. Да. Они, значит, ведут такой образ жизни. Простой мусульманин, когда их видит, просто пугает. Конечно, мы должны быть осторожнее, осмотреть, какой человек перед нами стоит, что он говорит. Да? Люди, которые в действительности хотят узнать об исламе много, они должны это делать в мечетях, где разрешается учиться религии исламу.